мы подключаем к нашему разговору нашего эксперта по Чехии, Сергей Веселин, компания Vesan Realty. Чтобы вам, друзья, было проще сориентироваться, вот наш план на ближайшие 2,5-3 часа. Сразу хочу сказать, как все будет происходить. Сначала мы поговорим, значит, с Сергеем, потом будем общаться сразу без перерыва с нашими экспертами из Австрии и Швейцарии. Затем будем общаться еще раз с нашими экспертами по Испании, но не с Барселоны, а уже с побережья Коста-Бланка. Затем у нас будет небольшой, ну как небольшой, часа примерно на полтора перерыв. И потом в 17:30 с огромным удовольствием встретимся с нашими экспертами по Черногории. Итак, Сергей, я понимаю, сейчас каким-то образом к нам добавляется, а я просто хочу вам еще вот что рассказать и показать. Итак, ничего уже не успею я вам рассказать, показать. Связь работает прекрасно. Боже мой, Сергей, что с вами? Это наша сегодняшняя реальность, Филипп. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, добрый день, уважаемые зрители. Это наша сегодняшняя реальность, и это то, что мы увидим с экранов телевизоров сегодня каждый день, с учетом того, что все буквально и министры, и премьер-министры, и президенты, те, которые делают конференции, а, соответственно, даже и репортажи, все находимся в масках. Окей. Это просто насущная необходимость. Да, совершенно верно. Поэтому, понятно, я как бы хотел понять и показать, наверное, да, в первую очередь, это то, что действительно мы сегодня как бы находимся в такой сложный период, да, то есть вот, и, соответственно, как бы здесь очень много нам предстоит сделать для того, чтобы пройти, да, то есть и пройти это достаточно уверенно и быстро. А быстро – это как раз-таки те нормы, которые мы должны сами, да, то есть люди, да, то есть сами… Осознать и соблюсти. Осознать и соблюсти, совершенно верно. Итак, еще раз представляю своего собеседника. Сергей Веселин, компания Vesan Realty. Если я правильно понимаю, вы сейчас сидите в квартире, но в Праге технически. Да, мы уже перешли на хоум-офис уже 2 недели. Что сейчас происходит в Чехии, какие нормы, какие запреты, какие разрешения, то есть что люди могут делать, чего не могут, и как жизнь в Праге и в Чехии вообще? Ну, смотрите, на самом деле здесь у нас, поскольку мы видели все новости из Италии, да, то есть наше правительство на сегодняшний день в начале месяца уже, да, то есть были предприняты многие шаги, да, то есть шаги по предотвращению кризиса и, соответственно, коронавируса. Она ограничила въезд на границах, контроль на границах. Несколько было создано пункт лабораторий по тестированию этого коронавируса, да, то есть вот, включая и то, что у нас даже ездили сами как бы скорые помощи специализированные, да, то есть на дом, где люди уже не могли, соответственно, как бы выходить, потому что есть подозрение на этот тип вируса, соответственно, как бы брали эти тесты, и, соответственно, как бы в этом плане делали очень много шагов, такие как закрытие школ, университетов. Все это было предварительно и заранее сделано. И в этом плане, конечно, мы отличаемся, наверное, все-таки от еще стран в Европе, да, потому что эти как раз-таки шаги, 2-3 недели, которые были у нас на предотвращение, да, то есть мы это использовали, да, то есть и в этом плане, конечно, надо сказать, что ограничения там по выходу на улицу, ограничения и закрытие ресторанов, отелей, которые на сегодняшний день уже там, порядка 14 дней, да, то есть с 16-го, по-моему, если не ошибаюсь, числа, уже закрыты. Да, то есть в этом плане, конечно, для нас это, для экономики это
понятно, это потери, да, то есть, вот, которые я чуть позже, наверное, расскажу, по компенсациям и так далее, да, то есть, но с точки зрения быстрого прекращения распространения, да, то есть, это, конечно, было очень важно сделать. Я правильно понимаю, что, ну, люди, в общем, вот так, вы можете ходить в магазины, там, нужны ли какие-то справки, вот, перемещение как регулируется сейчас? Смотрите, границы закрыты, да, то есть, как я уже сказал, в магазины продуктовые, хостовары, аптеки, они все открыты, да, то есть можно в любой магазин зайти, от маленьких магазинов до больших супермаркетов, да, то есть они открыты. Вот. Что касается работы, многие перешли на home office. Я скажу... И да. Обязали, простите, обязали перейти на home office или... Нет, дело не добровольное. Обязали, не обязали, дело добровольное. Я даже скажу, что наша компания перешла на 4 дня раньше, потому что мы заботимся о своих сотрудниках, потому что это очень важно, да, то есть и очень многие компании просто вот действительно, как бы, да, то есть, знаете, Чехия, как ни странно, да, то есть она очень технологическая страна. И в этом плане... Почему странно, прекрасно? Ну, совершенно верно, да. То есть, да. Ну, поэтому очень много компаний реально перешли на... Окей. Скажите, пожалуйста, давайте переходить к рынку недвижимости, да? То есть, что сейчас происходит вот в реальном времени? Запросы, сделки, показы, какое-то проведение их, что можно, смотрите, что нельзя, и как есть на самом деле? Я вам, наверное, сейчас скажу, как у нас в компании. Естественно, да. То есть на сегодняшний день, да, то есть если мы говорим, как бы, поскольку мы занимаемся управлением, да, то есть нашей недвижимостью, то мы в любом случае, вот у нас на сегодняшний день получилось так, что несколько десятков квартир, поскольку были сданы новые комплексы в эксплуатацию, да, то есть нам необходимо сейчас сдавать в аренду, да, то есть спрос есть. И до сих пор как бы спрос есть. Что мы делаем, да, то есть мы начинаем делать виртуальные просмотры, презентации, да, то есть вот, и, соответственно, отсылать клиентам. В этом плане, как бы, да, то есть понятно, те, кто хотят все-таки посмотреть, физически приехать, пожалуйста, могут приехать, понятно, в перчатках, масках, соответственно, в респираторах, да, то есть для того, чтобы это все правильно проходило. И мы не останавливаемся. То есть у нас, по сути, можно выезжать на работу, можно приезжать. Некоторые коллеги у нас приезжают там поодиночке, например, да, что-то взять, что-то распечатать, что-то показать. То есть таким образом мы, в свою очередь, да, то есть процесс не останавливаем. У нас, в принципе, такое ощущение складывается все же, что мы под контролем держим эту всю ситуацию. Да, то есть и поэтому... Соответственно, здесь как бы мы эти работы проводим ежедневно, постоянно. Уточнить тогда хочу, вы сказали о спросе, который не останавливается. Спрос с чьей стороны? Чехи, иностранцы или, в общем, все постепенно, понемножку? Это спрос и чехи, и иностранцы, да, то есть это из России или русскоязычные, да, то есть поскольку мы тоже как бы работаем на этом рынке с русскоязычными гражданами. Ну, скажу так, что вот по статистике, да, то есть у нас по большому счету порядка 150 запросов было в марте, да, то есть вот поэтому где-то, наверное, я так предполагаю, половина, да, то есть половина это чехи, половина это... Половина русскоговорящие. Давайте небольшую паузу, не можем не ответить Алене и Анне. Не совсем то, о чем мы собирались явно сегодня говорить, но уж вопросы такие пропустить нельзя. Наличие недвижимости дает ли какие-то преимущества для получения визы в случае с Чехией? Я знаю ответ, но ответьте вы. Ну, что касается визы, получения, то это только виза как бы до 90 дней, да, то есть это туристическая из 180, то есть если это, мы говорим о наличии недвижимости. И второй вопрос вот по инвестиционной программе. В Чехии, ну вот классической программы «Золотая виза» в Чехии нет, но какие-то программы же есть. Вот в двух словах, можно тогда об этом? Ну, на сегодняшний день вообще-то ситуация она такая, что как раз-таки у нас появилась программа, где есть возможность инвестирования и получения вида на жительство. Да? То есть эта программа буквально недавно, да, то есть она стартовала.
это 375 тысяч евро идет оплата, да, то есть инвестиционная, которая выдается, скажем так, виза выдается инвестору и еще троим членам его семьи, то есть в эту сумму, да, то есть, соответственно, это на 5 лет. Есть фонд, в который эта сумма разделяется, да, то есть инвестиционный фонд и, соответственно, как бы административный платеж. Обратная, то есть вот как бы вот сейчас такая программа. Сейчас программа есть. Окей, ну мы с вами отдельно еще, мы, я думаю, в ближайшее время напрямую сделаем на этот счет материал о том, как эта программа работает, и я надеюсь, что интерес Анны будет удовлетворен в полной мере. Вот в продолжение вопроса, тем более Ирина сейчас вот задала его, вот у нее вопрос был довольно частный, а я задам его чуть более общо, тем более, что вот и другие зрители просили его задать. Как сейчас происходит вся работа, ну, бюрократически бухгалтерская в рамках проведения сделки? Нет ли каких задержек? И история, связанная с получением кредита, не происходит ли каких-то заминок, которые могли бы негативно повлиять на тех, кто сейчас находится в стадии сделки? Смотрите, на самом деле, да, то есть у нас, поскольку на сегодня есть сделки, которые в процессе идут, да, то есть там получение, одобрение кредита. И хочу сказать, что здесь, конечно, поскольку Чешский народный банк на сегодняшний день разрабатывает, ну, просто занят, то есть в определенной степени, да, то есть банки наполовину уходят на хоум-офис, тоже работают. То есть понятно, что здесь немножко у нас растягивается процесс по времени. Да, по длительности. Да, угу. По длительности. Вот. Но это, в свою очередь, как бы, да, то есть не мешает. Мы делаем сделки, да, буквально у меня после этого вебинара, то есть идет подписание у нотариуса, нотариусу открыты. Мы даже делаем таким образом, что это не обязательно сразу должен продавец и покупатель встречаться, а приходишь сам, подписал с проветренным помещением, то есть, ну, как бы все такие меры принимаются. Вот. А потом приходит, например, покупатель, все тоже подписывает и, соответственно, дает в кадастр. Кадастр работает не на полную мощность тоже, да, то есть, вот. Но, соответственно, можно подать документы, то есть это вполне. Если мы говорим, вот я в продолжении спрошу про историю с ипотекой, да. Но вот в реальности, по вашим ощущениям, чего можно ждать в ближайшее время от рынка недвижимости? Давайте отдельно поговорим о Праге и отдельно о всей остальной Чехии, потому что, ну, Прага – это даже в мировом масштабе последние несколько лет явление с точки зрения недвижимости особенное. Да, безусловно. Вы даже почти улыбнулись на радостях, что... Рады вы за Прагу. Ну, рады, болеем и работаем, да, то есть совершенно верно. То есть, ну, надо посмотреть как бы на общую картину. У нас где-то порядка с 2012-2013 года, да, то есть все-таки цены шли наверх. А если посмотреть уже конкретику по Праге с 2014 по 2018 год, стоимость поднялась на 80%. Да, здесь много факторов, которые на это влияют. Это нехватка строительства объектов. Да? То есть на сегодняшний день строится порядка 6 тысяч квартир, а необходимость 10. Да? Это, в свою очередь, связано с долгой выдачей строительно-разрешительных документов по новым проектам. Да? То есть это, может быть, это как раз-таки и спасает нас во всей этой ситуации, потому что у нас все-таки достаточно стабильный рынок в этом плане. Вот. Если мы говорим о ценах в регионах, да, конечно, других районах Чехии, то, конечно, не везде так, да, то есть не везде так. Вот. В столицу, как известно, и многие съезжают и покупают инвестиционные объекты, квартиры из самой Чехии, и много иностранцев приезжает покупать, да, поэтому интерес именно к столице. Вот. Но что касается других регионов, да, то есть, да, там такого просто роста не было, да, то есть, поэтому он намного меньше. Скажите, вот классический вопрос, будут ли снижаться теперь цены на недвижимость, например, в Праге, вот нынешняя ситуация, да. Что думаете?
Ну, вот смотрите, для того, чтобы снижались цены, то есть, опять-таки, надо, наверное, рассмотреть все-таки, знаете, сегодняшнюю ситуацию, да, то есть, если мы говорим о том, что в нашу экономику сейчас правительство будет вливать порядка 200 миллиардов крон, то есть, это большие цифры, 200 понимаете? миллиардов крон, это Да. в... Давайте в кронах, Это боюсь, в евро, вычисленные. это получается порядка сейчас на 25, то есть это порядка Делим на 4, 25, тогда 8. да, Если 200 20, миллиардов, да. тогда на 8. Ну, 200 на 25 это 8. 8 миллиардов евро, да? евро, совершенно верно. Это разница, которая потребуется дополнительно, да, то есть на решение вот этого кризиса, да, то есть был бюджет, соответственно, как бы, да, то есть Добавили. увеличение этого добавили, совершенно верно. И здесь сразу же был ряд факторов, то есть с точки зрения как бы Чешского народного банка, Министерства финансов разработан пакет, который сейчас мы думаем как раз-таки и сможет закрутить тот маховик экономики, который они уже, по сути, знаете, как вакцина в 2009 году, она у нас уже была. То есть это там перенесли сдачу отчетов, снизили ставки рефинансирования на 0,5%, освобождаются от выплаты по кредитам сейчас физлиц и предприниматели там на 3-6 месяцев. Вот об этом подробнее. Вот эта мера уже принята, то есть как бы если кто-то сейчас находится в ипотечном платеже, он на 3 месяца. Буквально вот в ближайшие дни мы уже ждем, да, то есть А, уже, пока нет. да, то есть, ну, об этом Анонсировали, уже но фактически не анонсировали объявлено. уже, да, что это уже будет. Да, то есть, что касается выплаты налогов, скажем, социально-медицинского страхования для индивидуальных предпринимателей, тоже там на 6 месяцев откладывается. Да, то есть, и подготавливает компенсации выплат, скажем так, владельцам ресторанов, те, которые на сегодняшний день, по сути, потеряли как бы так свой бизнес, да, то есть поставили на паузу, не потеряли, а поставили на паузу, так можно сказать. Да, то И, есть в прости, этом. я не понял, а сейчас вот в Праге, условно говоря, там, ну, там на Вацлавской площади сейчас в ресторан не зайти, он закрыт. Да, отели закрыты, рестораны закрыты. Да, то есть это как раз-таки область, она больше всего пострадала, то есть, в этом Так, то плане. есть, вы предполагаете, если говорить про цены, да, возвращаться, Так. Ну, снизятся они, нет? вы знаете, на мой взгляд, на сегодняшний день, да, то есть если мы говорим о том, что министр финансов вчера объявляет, что они считают, что в конце второго квартала исправится ситуация, да, и мы выйдем из этого кризиса, то здесь как раз-таки, знаете, наверное, в большей степени может пострадать только лишь другие районы, не Прага, да, допустим, да, Ну, то то есть, есть. по вашим ощущениям, ожидать какого-то снижения цен в Праге, ну Сильного может. нет, не будет. 2009 год у нас 10-15% упала недвижимость в среднем. Опять-таки, да, то есть вот. Поэтому в этом плане, кстати говоря, у нас же своя собственная валюта, крона, Ну а на да. сегодняшний день она девальвировала Ага. на 10%, да, то есть. Девальвировала в результате, это просто, ну, как бы официально. Совершенно верно. Есть механизмы, да, то есть опять-таки регулирование, да, то есть собственной валюты по отношению там к мировым тоже валютам. И это, в свою очередь, как раз-таки сейчас, по сути, дает нам конкуренцию и с точки зрения еврозоны, так, нарастить темпы экономики и быть конкурентоспособной. И, соответственно, как бы, да, то есть вкладывание, вложение, то есть опять-таки, да, то есть. Я попрошу сейчас своих коллег разместить в чате контакты компании Виссан. Сергей, у меня вопрос такой. Вот вы сказали про Прагу. Ну, традиционно, даже еще там 10-15 лет назад была Прага, которая интересна всем, и были Карловы Вары, которым интересно, ну, в основном русскоязычным покупателям. Да. И, по-моему, мы года 2 назад с вами общались. И как раз даже материал, по-моему, делали о том, что везде в Чехии цены росли, а в Карловых Варах, ну, в Карловарском регионе, по-моему, они тогда упали что-то на 3%. В среднем по стране выросли на 6%, а они в единственном упали. И вы тогда говорили, что это, в общем, ну, действительно показатель неадекватно заданного спроса. Если мы говорим про, ну, как на таком
может быть, уже не столь популярным, но все равно рынком, которым интересуются российские покупатели, будут обстоять дела. Что будет проходить вообще вот в тех регионах, на курортах? Там можно чего-то ожидать более интересного с ценовой точки зрения? Вы знаете, на самом деле, да, то есть вот по большому счету за последние там 4 года, там, да, то есть 5, угу. особо картинка не поменялась, да, то есть, да, конечно, там есть, может быть, в принципе, средние цены, так они остались, да, то есть, угу. вот. Сказать, что вот этот регион, он будет как-то дальше развиваться, наверное, сложно без... Потому что все-таки без привлечения туристов, без привлечения, как бы, да, то есть еще интереса, да, то есть дополнительного, угу. да, то есть это сложно сделать, да, то есть здесь не будет такой, знаете, как бы быстрого или просто мотивации, да, то есть просто развития этого региона, да, то есть. Правильно ли я вас понял, то есть, что ну, тот всплеск, который был там в конце 90-х, начале 2000-х, который был вызван, ну, в общем, интересом иностранцев вполне конкретным, да. в том числе понятно, откуда были эти иностранцы, да, да. сейчас он в известном смысле иссяк, и ну, вот ожидать без какого-то дополнительного взлета, что в Карлсбад сейчас поедет уйма народу, ну, все-таки, на ваш взгляд, Прага совсем другое дело. Ну, это было инвестиции. То есть это регион, получается, да, то есть туристический, да, то есть, и он uh-huh. очень зависит от туристической отрасли. То есть, uh-huh. Если будет увеличение, если будет поток, если будет, естественно, да, то есть количество туристов увеличится, он будет по-прежнему интересен. Uh-huh. Uh-huh. Да, то есть. Хорошо, возвращаясь все-таки к ценам, имеет ли смысл сейчас, ну, скажем, обращаясь в вашу компанию, обращаясь к вашим коллегам, пытаться найти объект, который в кронах будет дешевле, чем он стоил, скажем, месяц назад, два месяца назад? Ну, так оно и есть. В связи с тем, что кто, например, держал деньги, например, в евро, либо в долларах, да, то есть, либо в таких валютах, да, то, соответственно, как бы, да, здесь получается на сегодняшний день правильное положение. Да. Из-за этого снижения курса кроны. Совершенно верно. Совершенно а когда он, верно. Простите, я просто не проследил, когда он технически произошел? Это было на прошлой неделе. А скажите, вот тоже интересно, вот те чехи, которые продают свою недвижимость, те застройщики, которые продают, они ее для себя все-таки оценивают, ну, выставлять цену, ну, можно, понятно, в любой валюте, но вот психологически оценивают они ее в кронах или в евро? Все в кронах, потому что бизнес ведем в кронах, да, кредиты получаем в кронах, а, соответственно, как бы мы и живем в кронах, да, то есть, и поэтому, да, то есть, в этом плане как раз-таки это та ситуация, при которой, как бы, на сегодняшний день, да, то есть, действительно можно уже заработать порядка вот той разницы курсовой, угу. поскольку если это сейчас ситуация, мы надеемся, достаточно скоро, как бы, да, то есть, пройдет, как нам говорят, да, то есть вот в конце второго квартала, то понятно, крона будет опять усиливаться. И тогда такой вопрос, вот, ну, он очень неконкретный, но тем не менее, что у вас вообще говорят, когда, есть ли какое-то, ну, такое консолидированное мнение, когда эта история все-таки должна закончиться, ну, вот ваше ощущение. Понятно, что как профессионалу тут трудно что-то сказать, никто не скажет, но вот ощущения ваши... Чисто мои ощущения, они складываются, наверное, из того, что как вообще как, сейчас и нации, и люди, и, да, то есть к этому относятся. Поскольку весь этот кризис, да, то есть он связан чисто с дисциплиной. Это мы уже видим, да, то есть в определенном смысле. То есть насколько дисциплинирована нация, насколько она может все вместе сделать те шаги, предпринять, да, то есть, которые требуются для его быстрого устранения. Да, то есть, и это мы сейчас видим, да, то есть это сложно сказать, но по тому, как темпы сейчас развиваются, количество тестированных людей, количество там зараженных, что ж, в принципе, у нас колоссальная разница по отношению там, ко многим странам. Да, то есть, вот. В этом плане, получается, конечно, нам дает уверенность, в принципе, так говорить, осторожной уверенности, да, что это будет, может быть, май. Да, то есть конец мая, июнь, да, то есть вот,
И сейчас уже поговаривают о том, что будут действительно, может быть, какие-то послабления с точки зрения карантина этого, да, то есть дополнительно. Uh-huh. Но все зависит, опять-таки, да, то есть вот от этой ситуации. Да. У нас сделки продолжаются, запросы идут, и в этом плане, да, то есть, опять-таки... Мы... Еще раз подчеркнуть, правильно ли я вас услышал, что запросы идут, и, но вот среди покупателей примерно 50% чехи, 50% да. иностранцы. Да. Если сейчас иностранец находится за границей, ну, с огромной вероятностью, что тогда делать ему? Смотрите, с некоторыми застройщиками у нас есть договоренности подписания на расстоянии, да, то есть если мы выбираем проекты, то есть те, которые там презентация, видео там снимаем, если устраивают, соответственно, и местонахождение, ценовая политика и тому подобное, мы готовы как бы, да, то есть зарезервировать эти объекты, да, то есть по сегодняшним ценам, и это на расстоянии, подписание резервационного договора и оплата там буквально какого-то резервационного платежа. Но это значит, вот что человек, который сейчас, допустим, находится там в Москве, в Киеве, в Сыктывкаре, неважно где, да. в Минске, что он должен был сделать, или вот сейчас вот что он должен сделать, чтобы ну, начать этим вопросом интересоваться и принять какое-то активное участие в покупке? Ну, естественно, это первоначально это обращение в компанию для того, чтобы определить понимание, там, что интересует клиента. Да, то есть, вот, соответственно, здесь выбор из тех предложений, которые есть на рынке, и, соответственно, возможность уже дальнейших шагов там, резервации и, соответственно, подписания тех необходимых документов, которые просто требуются. Mm-hmm. По переводу денежных средств здесь как бы у нас... вопросов не возникает. Да, окей. Okay. Вопрос от Анны. Приостановились ли стройки в Чехии? Многие работают. Вот. Слышал, что какие-то, да, где, где буквально максимальное количество людей, которые там работало, это вот из Украины. Да, то есть сейчас многие как бы из Украины, они как бы... Уехали, да, то есть как бы посчитали правильно, что был же призыв вернуться, собственно, он практически из всех стран сейчас звучит, возвращайтесь домой. Совершенно верно, то есть здесь есть буквально на прошлой неделе, да, то есть самолетами и поездами уезжали, да, то есть, но основные стройки, они продолжаются, да, okay. основные продолжаются. Последний уточняющий вопрос, перед самым последним неуточняющим вопросом, вот был вопрос, я правильно понимаю, что вот если к вам обращаются, то вот сумма сделки, процент от суммы сделки, какой вы себе берете? Ну, если мы говорим о застройщиках, то мы еще являемся официальным представителем застройщиков, да, то есть здесь многих, поэтому нам не платят покупатели, да, то есть покупаете цены непосредственно за цены от застройщиков, да, то есть вот. Если мы говорим о вторичном рынке жилья, то это приблизительно порядка 3%. Ну что ж, дамы и господа, Сергей Веселин, компания Vissan Realty. Сергей, ну, традиционно от вас тоже какое-то слово, напутствие, пожелание всему миру, благо нас смотрят, как мне сейчас подсказали, из 17 стран, но, правда, может быть, через три, через VPN. Нет, из 19 стран. 19. Конечно, в этот период времени сложно, но мы должны его пройти. Мы все его пройдем, мы будем... делать, каждый должен из нас делать максимум для того, чтобы этот период пройти как можно лучше, да, то есть, естественно, здоровье на первом плане, естественно, здоровье коллег, близких и тому подобное, да, то есть, но все же, все эти ситуации, если мы говорим, да, то есть, новые возможности, новые инвестиции, новые возможности, они всегда дают шанс хорошо зарабатывать, да, то есть и получать дополнительные прибыли, да, то есть. Поэтому не упускайте свой шанс и всем здоровья, хорошего дня. Отлично. Итак, Сергей Веселин, компания Vissan Realty. Спасибо огромное.